мы верим в тебя. Ты готов? Ты не сгоришь? Все, путь, пошел. Капитан серых алтайских злых волков. 10%! Градиент показал 10%. Главное участие, как в Олимпиаде. Андрюха, мышцы играют. Там впереди перевал, видите? Крыжовник будешь, Андрей? Горный. Да, как самочувствие? Идет. Не торопись, спокойно, давай. Когда строили эту дорогу, я представляю, как обрушивали они все это. Сколько людей погибло. Такая вот природа. По-моему, больше 4 километров. Эти суровый край, но все равно между скал пробивается растительность. Попою еще его водой раз. Беги! Давай, давай. Поднялся, Андрюха поднялся наверх. Молодец. Ну как оно? Нормально. Давай опять. Андрей рассказывает, как. Тяжело. Тяжело, действительно. Это еще хорошо, я начал не так быстро. Я думал 4 километра, а здесь-то на полтора больше оказалось. 5,5, ну. Но все равно, молодец. Фух. Все живы повылазили. Вены повылазили? Да. Тяжело, правда тяжело. Как будто пятнашку пробежал по этой, по равнине. Так, один подъем, а метр вверх считается 10 метров по прямой. Да? Ну тяжело, да. А? Ну все, Андрей поднялся. Теперь мы едем вниз. И там внизу нас ожидает уже ручей наш знакомый. Там небольшая глубина и подойти хорошо к воде. Но если сейчас суббота, там не будет все забито, конечно. Посмотрим.